Прабуди из Кыргызстан, дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня суббота, 11 февраля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Давайте обратимся к Богу, попросим у Него защиту, направление. Мы верим, что нас благословит. Аминь. Давайте поговорим с Богом сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас обратимся к нашему Господу. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве, мой Господь. Новый день начинается, и мы просим, мой Господь, чтобы Ты благословил сегодняшний день, чтобы Ты направил, мой Бог, нас. Мы, Господь, верим, что если Ты будешь с нами, то у нас все будет хорошо, потому что мы верим, что Ты заботишься о нас. Помоги, мой Бог, нам. Ты знаешь вопросы, которые нам нужно решить сегодня. Ты знаешь, мой Господь, то, что ждет нас в этот день. Помоги, мой Бог, нам. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере. Мой Господь, направь все наши шаги. Мы хотим исполнять Твою волю. Мы хотим во всем угождать Тебе. Помоги, мой Бог, нам. Мы отдаем в Твои святые руки сегодняшний день и благодарим, мой Бог, за все. Спасибо Тебе за дыхание жизни, за здоровье, за силу. Спасибо за то, что Ты с нами. Спасибо за спасение, за веру, которую Ты открыл нам. Господь, пусть Твои ангели будут охранять нас, нашу семью, наших друзей. Защити, мой Бог, нас в этот день от аварий, катастрофы, от проклятия, зависти и от всего негативного. Мы отдаем Тебе нашу жизнь и по вере провозглашаем. Сегодняшний день будет успешным для каждого из нас. Господь, мы также и соединяем нашу веру, мой Бог, сейчас. И мы молимся за нашу страну. Благослови, мой Бог, Кыргызстан. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Мы молимся, мой Господь, и мы просим, благослови, мой Бог, нашу землю. Пусть, мой Бог, в этом году наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Да будет, мой Бог, защита Твоя в нашей стране. И самое главное, мы просим, да будет спасение в нашей стране во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за другие страны бывшего Советского Союза. Сейчас, мой Бог, с нами молятся люди из разных стран мира. И мы просим, да будет Твоя защита, да будет Твое благословение во имя Иисуса Христа. Мы молимся за мир в Израиле, мы молимся за мир между Россией и Украиной. И отдаем, мой Бог, Твой народ Тебе и провозглашаем Твою защиту. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я уверен в том, что наша молитва была услышана Господом, и Он уже благословляет каждого из нас. Аминь. Я хочу сейчас передать вам направление на сегодняшний день.
о том, что написано в Слове Божьем. Мы сейчас вместе прочитаем. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на то, что здесь написано в Слове Божьем. Послание Колоссянам, 3 глава, 2 стих, в Библии написано вот так. «О горнем помышляете, а не о земном». «О горнем помышляете, а не о земном». Вы знаете, что в наши дни люди живут в стрессе, в депрессии, живут в беспокойстве из-за того, что они наполняются тогда плохими новостями, потому что они думают только о том, что нужно купить, что нужно платить, сколько нужно зарабатывать. И это нехорошо ни для нашей веры и даже для нашего здоровья. Когда здесь Слово Божие учит нас тому, что нам нужно помышлять о горнем, то есть нам нужно наполняться Словом Божьим и переживать только об одном, о том, чтобы угождать Богу и исполнять Его волю. Потому что написано в Библии? Что все содействует ко благу в нашей жизни. Тогда, когда мы с Богом, у нас все идет хорошо. Даже когда есть проблемы, Он сам дает нам силу и уверенность, что все у нас будет хорошо, потому что обо всем Он позаботится. Но когда человек, он игнорирует тогда важность наполняться Божьим Словом, и тогда он начинает наполняться тем, что этот мир предлагает, и тогда он начинает переживать, он начинает бояться, и, может быть, он не замечает, но это очень негативно влияет на каждого из нас. Вы хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас? Не только сегодняшний день, но чтобы каждый день Бог благословил вас. Тогда, дорогие друзья, думайте о том, как угождать Богу, как служить Ему, как исполнять Его волю. И вы увидите, что все остальное будет вам, потому что Он позаботится о нас. Аминь? Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. Если вы сегодня смотрите первый раз, вы можете каждый день молиться с нами. Кстати, напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами. И в ваши комментарии добавьте вот эту фразу. «Я буду помышлять о горнем, и я знаю, что мой Бог все усмотрит в моей жизни». Аминь? И это правда. Делайте это, вы увидите, как Бог, Он даст вам силу, Он даст вам все необходимое, чтобы вы могли побеждать и прославлять Его на этой земле. Дорогие друзья, если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте вашим друзьям, хорошо? Пусть это слово и поможет тоже другим людям. Наполняйтесь Словом Божьим. Оно принесет в вашу жизнь хорошие плоды. Пусть Бог вас благословит обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. До свидания. Всего вам хорошего. К источнику пришел я, чтоб жажду утолить свою. В воде кристально чисто окунуться в любовь твою. Чтоб мог
с тобой, в тебе нуждаюсь.